просьбе губернатора за неделю в парке «Экоберег» появились 25 новых скамеек. Работа еще не закончена до конца. Осталось установить урны и выровнять плитку. А химчане уже успели оценить только-только появившиеся в парке удобства. Вот вчера как раз заметила, прям очень приятно, так преображается район. То есть об инфраструктуре руководство заботится, видно. Вот есть теперь где присесть всем жителям. Экоберег – один из любимых парков у жителей и гостей Химок. Создан по многочисленным просьбам жителей быстро растущего микрорайона Левобережный. Здесь и красивая пешеходная зона с деревянными лестницами, и детские игровые площадки, и фонтан, и захватывающий вид на канал имени Москвы. Но оказалось, можно сделать парк еще лучше. Установка новых скамеек – один из шагов. Внешне они похожи на те лавочки, которые были, чтобы не ломать эстетику, общую эстетику парка. Лавочки изготовлены из экологических материалов. Это металл и древесина, покрашенная цвет тем лавочкам, которые были установлены ранее. Установить новые лавочки поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев, когда посещал Химки с рабочим визитом. Он поддержал также реализацию в округе проекта «Зеленый каркас», в рамках которого будут улучшать парковые зоны в Химках. В скором времени в Экобереге появятся новые зоны отдыха – скейт-парк, памп-трек и амфитеатр. Установят камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», обновится освещение. А зимой установят большую горку с подъемником. Глава округа Дмитрий Волошин рассказал, что зеленый каркас должен будет связать все городские зоны отдыха, в том числе уникальным кольцевым велосипедным маршрутом длиной 42 195 метров. Он равен марафонской дистанции. Так что через несколько лет любой горожанин или гость округа сможет устроить велопрогулку одного дня и полюбоваться Химками.